сегодня тяжелее было. Возможно, сказалось то, что у команды «Снежный Барс» была заключительная игра в этом сезоне, и они хотели закончить на мажорной ноте, как-то доставить нам неудобства. Поэтому вышли заряженные, обозленные, тем более на вчерашнее поражение крупное. Поэтому было под их давлением очень тяжело сегодня играть. Но мы справились, молодцы команда, с победой их, всех нас. Ну, у нас еще впереди 4 домашние игры, генеральная репетиция перед плей-офф. Вот, будем оттачивать свои недочеты. Большинство подправить надо. Очень слабая реализация. Ну, по крайней мере, сегодня 2 гола забили, но все равно слабенько. Так, такие моменты, нюансы все равно надо подправлять и в плей-офф выходить уже в полной боевой готовности. Но по сравнению со вчерашней игрой сделали выводы. Больше получалось играть по установке тренера. И за счет этого у нас получалось выходить из зоны, больше атаковать. Все-таки команда мастеровитее, чем мы. Плотная оборона у них. За счет этого у нас не получалось. Вратарь у них хорошо сыграл. Немножко не дожали. Ну, в первую очередь, это выход из зоны. Потому что команда играет в давление. И тренер сказал, что больше нужно играть от обороны. Болельщики, спасибо вам за поддержку. Спасибо, что вы с нами, несмотря ни на что. Победа еще впереди. Ну, если в первой игре, ребята, конечно, это моя была первая игра, как главного тренера Сарарки. То есть первая игра, ребята, конечно, таким настроем, желанием огромным вышли. Понятно, там заряженность была на матч, в принципе, так. И, скажу так, преимуществом владели, напряжение всех трех сегодня, конечно, второй матч уже и физически посложнее было, и «Снежный Барс», ребята, так сегодня доставляли нам проблемы. И начало игры у нас неудачно сложилось. Если вчера оно было у нас удачное, мы не удалялись. А сегодня у нас 2 удаления подряд, там ошибки защитников. Это сразу, и даже первые там 10 минут, скажу, в принципе, инициатива была на стороне молодой команды, барсов. Сегодня, я говорю, сегодня было совсем по-другому уже. И видите, такая 2-0, и такие качели на протяжении всего матча. То есть, вот. И победа нам сегодня далась гораздо сложнее, чем вчера. Ну, ребят, с победой, болельщиков с победой. Ну, я так еще, видите, я только вот первая игра у меня, так не могу. Я могу судить сейчас по уровню этой команды, по своей команде. Вот, я вижу, сейчас уже, в принципе, вижу, что надо подправлять, над чем работать. Единственный вопрос, хватит ли время. Вот, и вот здесь я могу сказать, что потихоньку начинаю понимать уровень игроков, что подправлять, что делать. Ну, все. Сейчас, я думаю, что плей-офф, там, как в любом чемпионате, плей-офф – это венец чемпионата. Я думаю, что игры будут другого накала, другой заряженности, другой самоотдачи. То есть, я думаю, что за счет того, что сейчас я представляю, что в Каменногорске я видел, в принципе, команды. Так, сейчас рынок был игроков, команд высшей лиги меньше стало. Рынок, если я смотрю, многие имена мне знакомы, кто играл в высшей лиге, и не последние роли играли. Так что, я думаю, уровень будет очень высокий в плей-офф. Уровень, конечно, хоккеистов, но совершенно другой. Мы еще только учимся здесь. Ребята, в общем-то, нам показали, как нужно играть в хоккей. Сегодня команда перестроилась, молодцы, сыграли более, я бы так сказал, более нагло, более по-спортивному. И, ну, по крайней мере, мы все сегодня игрой, в общем-то, ну, тренерский штаб игрой доволен. Ребята молодцы. Поэтому если в таком же ритме будут работать, дай бог, в общем-то, двигаемся вперед и вот, совершенствуемся. Так, ребята молодцы. И готовимся на следующие игры.